И триумфом дагестанских борцов-грэпплеров завершился чемпионат СКФО в Хасавюрте. Хозяева ковра собрали там весь урожай золотых медалей. Это 16 из 16 возможных наград высшего достоинства. За ходом турнира следил наш корреспондент Курбан Рагимов. Ему слово. Это грэпплинг, и здесь положение снизу чаще бывает выгодным. Отсюда у спортсмена больше вариантов для проведения атаки. Прошлогодний призер Европы Артур Агаширинов знает это не понаслышке. К победе его привела работа вторым номером. Он был одноклубник, знали друг друга, борьбу и было тяжело. 5-4 выиграл. Ну, верхний он должен больше атаковать, так, а нижний только остается перевернуть там и болевой. А верхний должен нападать. Ты за счет чего? Я выиграл за счет хитрости, наверное. За счет тактики? Да. Чуть обманул его. И, на пассивах выиграл. На трибунах спорткомплекса имени Гамида Гамидова нет ожидаемого аншлага. Даже чемпионат Дагестана месяц назад собрал гораздо больше болельщиков. Сейчас и участников поменьше, так как все они проходили строгий отбор. Однако все это компенсирует жаркая борьба на ковре. Конкуренция запредельная. Победа на чемпионате СКФО – это весомая заявка на удачное выступление на крупных турнирах. Не число красит этот турнир, а этот турнир примечателен именно тем, что здесь сами схватки проходят очень такие насыщенные, активные. Скажу так, что на международных стартах ребятам легче собраться и выступать, нежели на чемпионатах России и СКФО, потому что это самые основные, скажем так, соревновательные этапы, где проходит жесткая конкуренция. Вес до 77 килограммов – один из самых представительных по составу. Здесь на пути к финалу оступились сразу несколько чемпионов мира и Европы разных лет. Схватки за золото – классика жанра. Выходец из борьбы Магомед Джарбаев против джитсера Рашида Кайтмазова. Вся встреча прошла в стойке, но за 20 секунд вольник решился на атаку. Уход за ковер Кайтмазова судьи расценили как пассив. Джарбаев – чемпион СКФО. На Дагестане встречались, как раз тоже упорная схватка была у нас. И 3-3 счет был, и на этом выиграл. На жребии выиграл я. По вольне основном тренировался. И сейчас в село переехал, и вот там тренируюсь, и молодых тренирую. И заодно грэпплинг тоже совмещаю с вольной борьбой. И получается, борюсь так. Это золото стало 8-м для сборной команды Дагестана. На следующий день в кимоно хозяева ковра выиграли еще 8 наград высшей пробы. Медалисты турнира поедут на чемпионат России. Он пройдет в Крыму в начале марта. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт.